В эколого-краеведческом музее открылась необычная выставка, приуроченная к празднованию 35-летия города. На ней свое творчество представили самые маленькие жители, воспитанники детского сада «Олененок». Вместе со своими родителями ребята изготовили макеты узнаваемых зданий и памятников. Среди поделок – здание Дома культуры «Украина», администрации города, пожарной части, спорткомплекса «Авангард», ДЮСШ «Муравленко». На стендах можно увидеть даже сквер молодежный в миниатюре, стеллу на месте первой нефтяной скважины, «Север выбирает достойных» и другие экспонаты. Авторы признаются, над созданием шедевров трудились все свободное время, придумывали и сооружали целыми семьями. Ребенок обязательно принимал участие в раскрашивании. И старшая дочь тоже, дети принимали, Полина, старшая дочь Софья, Арсений. Они раскрашивали, они приклеивали какие-то детали вот здесь. Ну, вырезали пенопласт, тоже принимали участие. Мы видим, что великолепно сделана экспозиция, прекрасные работы, отлично все продумано, шикарно дети знают о том, что сделано. Ни в коем случае не по принципу родитель сделал, ребенок отнес и забыли. Нет, это действительно активное участие в жизни нашего города. Добавлю, что уникальная выставка будет работать до 9 июня. Посетить ее могут все желающие.